Добрый день! Сегодня вторник, 16 часов, и с вами снова программа «Земля Экодом» в студии Арбат ТВ. Сегодня у нас в гостях Виктория Станиславовна Державина, которая нам сегодня представляет аспект экологии «Нравственное воспитание». Виктория Державина, автор проекта «Звездный дождь». Насколько я знаю, это был сначала интернет-проект онлайн, а сейчас это большой проект офлайн. Она также руководитель детских программ в Центре духовного развития, автор многих воспитательных технологий, такие как «Короли и капитаны», «Пилоты удачи», «Солнечный остров», «Я и моя семья» и многие другие. И также сегодня с нами в студии ученики 55-й школы, которые занимаются в Центре детского творчества «Матвеевская» в телетеатре «Земля Экодом». Это Ирина, Маша, Грета, Аделина и Настя. И сегодня я хотела сразу перейти, может быть, к такому вопросу. Почему вы стали заниматься нравственными вопросами воспитания в образовании? Потому что мы в нашей передаче «Земля Экодом» как раз говорим о том, что экология – это не только окружающая среда, это также гармоничное сосуществование людей в одном доме. Поэтому это «Земля Экодом», да? Гармоничное существование внутри, да, человека, чтобы он гармонично развивался. И, конечно же, образование, оно, мы предполагаем, должно быть нравственным, то есть должно быть гармоничным, чтобы ребенок развивался и чувствовал себя в этом обществе очень хорошо, правильно, комфортно. И как раз вопросам нравственности, как бы экологии сознания, мы уделяем большое внимание. И поэтому вот вам вопрос, Виктория Станиславовна, почему именно вот нравственное образование, как вы к этому пришли? Ну, добрый день. Инна, вы, наверное, правы. К чему-то прийти нас часто заставляет жизнь. И я обратилась к этим вопросам, когда у меня появился собственный ребенок. Когда мы о нем мечтали, мы думали, он будет такой, 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 и как мы будем хорошо жить с ним в гармонии. Но когда он появился, оказалось, что он совсем не такой, как мы себе это представляли. Он своеобразный, он совсем другой по характеру, по своим каким-то задаткам. И первое время было очень сложно найти вот эту гармонию. Но вот эта мечта о гармоничной жизни в семье, о взаимопонимании, о том, чтобы говорить друг с другом и с детьми на каком-то другом языке, кроме «нельзя», «не смей», «делай то», «не делай это», да. Вот. И нам очень повезло, мы попали в студию творческого развития школы «Фей и волшебника», где дети с маленького возраста учились в игровой театрализованной форме. Вот. И потом попали на детские занятия по нравственным ценностям. И я поняла, что на самом деле это самое главное. Главное – открыть это в себе, понять себя. Главное – увидеть то хорошее, что есть в ребенке. Вот эти его самые возвышенные струнки в его душе, которые мы часто не замечаем, потому что обращаем внимание именно на какие-то внешние вещи. Не туда побежал, не то взял, да, что-то сломал, не то сказал. Вот. И поэтому я поняла, что вот это очень важно. Как-то я смотрела передачу по садоводству. И очень опытный садовод давал советы начинающим садоводам. И он сказал, это ива очень здоровое дерево. Просто ей не хватает солнца, воды, у нее глинистая почва. Вот дайте ей все это, и она будет такой же цветущей, такой же большой, как и вот те ивы, где более комфортные условия. И я подумала тогда, а ведь на самом деле каждый ребенок – это тоже особенная личность, да, особая душа. И от нас во многом зависит, сколько у него будет в жизни солнечного света, да, воды. И вот часто именно наши взаимоотношения, та атмосфера, которую мы создаем, наша манера общаться с ним, наше уважение к нему,
помогает этой личности расцветать. Mm-hmm. И мы с родителями как-то обсуждали такой вопрос. Мы должны найти, за что нам уважать ребенка, или найти что-то достойное в нем уважения, или наше уважение к нему делает его достойным. И что ответили родители? Мы пришли к выводу, что когда мы учимся эту личность уважать, в ней открываются самые хорошие качества. Здорово. Здорово. Я думаю, наверное, не просто так создался этот проект «Звездный дождь». И он есть в интернете, я знаю, это rainofthestars.ru. И сначала это был интернет-проект, и сейчас я знаю, это достаточно большой проект, который существует офлайн. Может быть, вы расскажете вообще, как он создавался и что есть сейчас? На самом деле в студии тоже уже 2 года шел этот проект. Почему такое название? Однажды услышала очень красивую песню несколько лет назад, и в ней был такой куплет: когда тени с землей попрощались, звездный дождь вдруг пролился с небес. Звезды падали и превращались в легких принцев и светлых принцесс. Я подумала, а ведь как хочется, чтобы и мы, и наши дети были не просто умными, послушными, правильными, чтобы они были легкими и светлыми. А это возможно, когда мы взаимодействуем вот именно на основе самых светлых сторон нашей личности. И мы выбрали такое название и выбрали темы, которые, в общем, наверное, важны для детей, потому что это их жизнь. Во-первых, какой я, какой у меня характер, какие особенности. Да, ведь дети зачастую этого не знают, потому что мы, родители и педагоги, часто обращаем внимание на их негативные стороны. Да. И говорим: ты вредный, ты непослушный, ты ленивый. И считаем, что это их исправит. А на самом деле дайте ребенку почувствовать, что в его характере вот звездного, в лучшем смысле этого слова. Да. Как он об этом узнает? Да, мы должны ему об этом сказать. Ведь самооценка ребенка строится в первую очередь на мнении окружающих его взрослых. Следующая тема – это дружба. Не просто, что такое хороший друг, как быть хорошим другом, но что делать, если мы поссорились? Что делать, если нам трудно дружить или найти нового друга, если мы стеснительные? И интересно, что сами дети делятся своим опытом и подсказывают друг другу какие-то решения. Или, допустим, они поссорились друг с другом, не знают, как возобновить отношения, и страдают от этого. Да, да. И я думаю, что вот сейчас на нашем сайте выложена только первая тема, это вводная. А постепенно, неделя за неделей, я думаю, что эту информацию можно будет найти. То же самое школа. Мы не говорим о том, ой, какие у нас сейчас плохие школы. Пусть ребенок увидит хоть что-то хорошее, да? И дети у нас писали почетную грамоту в своей школе. Здорово. И когда мы находим хорошее, мы думаем о том, как сделать, чтобы этого было больше. То есть учить ребенка видеть не негатив в жизни, видеть не то, что достойно критики и порицания, но увидеть также и то хорошее, что в жизни есть, и создавать этого больше, больше, больше. Моя семья, мир, который меня окружает. Вот о таких темах, вроде бы взрослых, но очень важных для детей, потому что они этому посвящен проект. У вас сегодня у нас есть гости в студии, это наши девочки из 55-й школы. И я смотрю, вы уже как-то с ними поговорили. Вы могли бы нам озвучить здесь в передаче, чем они занимаются и какое задание вообще вы им дали? Ну, может быть, вместе с вами? Да, конечно, конечно. Ну, как идут у вас дела? Хорошо. Хорошо? Да. Ну вот сейчас, чтобы все знали, да, чем мы тут занимаемся, мы знаем, что у нас проект «Звездный дождь». Да? Вот вам нравятся звезды? Да. Да? Да, очень. А чем? Они красивые, яркие. Красивые, яркие. А о чем вы думаете, когда вот на звезды смотрите? Что они вам напоминают? Да, Дарина, что ты хотела сказать? Свет, радость. Свет, радость. Угу. Еще у кого-то есть какие-то? Я мечтаю, когда смотрю на звезды. Мечтает, да? Вот люди, да, говорят, что звезды исполняют мечты. Ну вот говорится, что
сколько звезд на небе, столько людей на земле. Или наоборот. И на самом деле, все мы в этом мире тоже как звезды. Потому что мы такие же неповторимые. И каждый из нас дарит этому миру какой-то свой особый свет. И мы пытались представить, что у каждого из нас есть что? Своя звезда. Своя звезда, да? Особая, не похожая на остальных. Да? Мы попытались ее представить. Какие получили звезды? Яркие. Яркие. А помните, мы говорили, что это бывают звезды дружбы, звезды честности, да? Вот какая у вас звезда? Маша, помнишь? Какая у тебя звезда? Какая у тебя звезда? Какой она свет дарит миру? Любовь. Звезда любви. Да. Да. Хорошо. У меня звезда честности. Звезда честности. Здорово. Грета? У меня звезда доброты. Звезда доброты. Аделина? Что, что, что? Так сказать. Прямо. Какая у тебя звезда? Ну, разноцветная такая. Разноцветная. Красотная. Разноцветная по виду, да? А вот какой цвет? Чем она помогает, да, этому миру? Красоту, да. Что дает? Красоту. Красоту. Угу. Хорошо. Настя. А мне комета такая удачливая. А, комета удачи. То есть она комета. Если кому-то не везет, да, mm-hmm. кто-то упал духом, она тут же стремится рядом. Садится на плечо. Комета стремится на помощь. Выше нос, да? Да. Ну это здорово, потому что сейчас вот на телевидении, в рекламе очень много говорят, звезды, да, будьте звездой. Но если человек причиняет другим печаль, если он вызывает в людях раздражение, страх, то можно ли сказать, что это настоящий звездный свет? Или это фальшивый блеск? Фальшивый блеск. Да? А настоящие звезды? Да? Любовь. А как подарить любовь? Ну, звезда любви. Как дарить любовь? Нужно девушка красивая. Что нужно делать? Добро. Что-то хорошее. Что-то хорошее она хотела сказать, да. А как дарить честность? Всегда говорить правду. Всегда. Даже если заставляют друзья сказать неправду, да, то я все равно буду говорить правду. Да. Здорово. Да. Так, Грета. Что у нас? Звезда чего? Добра. А что дарит звезда доброты? Она дарит добро. Ага, мешок с добром приносит, мешок с добром. Какое добро? Она приходит и помогает людям. А как помогает? Что-то исправить, да? Какую-то ситуацию. Угу. Хорошо. Ну, звезда красоты, она как цветок. Угу. Настя. Удачи, комета удачи. А вот ты можешь кому-то удачу принести? Да. Да? Как? Человек потерял вот свою удачу, говорит, ну все, никогда уже не смогу это сделать. А вот прилетает вот комета удачи. То есть приходит Настя. А что ты можешь сделать, чтобы кому-то вернуть удачу? Да? Что ему скажешь, если кто-то говорит, ну вот, мне так не везет. Что ты ему скажешь? Не вешай нос. Да. Давай вместе, да, наверное? Да, мы же говорили, что... Давай дружить. Я тебе помогу. Да? Ну хорошо, молодцы. Продолжайте и подумайте еще о том, да, как самим стать такой маленькой, яркой звездочкой в этом мире. Хорошо? И помогать тем, кто рядом. Спасибо. Может быть, вы еще историю про свою звезду придумаете, маленькую? Давайте. Кто нам расскажете? Жила-была. Я знаю, что вы очень хорошо сочиняете сказки. И вот каждый такую маленькую сказку про свою звезду. Жила-была. Однажды. И в итоге... Через 10 минут мы вас спросим. Хорошо, Виктория. Я знаю, что вы как бы вот практикуете на своих занятиях
не только занятия с детьми, вы приглашаете родителей. А почему вдруг вот пришел такой вот проект, я не знаю, вопрос, аспект, именно с родителями занятия, мысль, да, извините. Когда мы провели «Звездный дождь» и решили устроить какое-то продолжение, то почему-то пришла мысль провести это вместе с родителями. Потому что когда дети делились с родителями тем, что было на занятии, то оказалось, что родители и дети почти не знают друг друга. Представляете? То есть я понимаю, что мы все заняты, у нас не всегда есть время о чем-то поговорить сокровенном, мы не всегда можем увидеть друг друга в разных ситуациях. И поэтому мы, во-первых, стали проводить занятия для детей вместе с родителями, мы назвали «Я и моя семья». И в игровой форме, в форме рисунков, заданий, подвижных каких-то игр. А как, у вас родители вместе, рядом со своим ребенком садятся или отдельно? Вы знаете, вот здесь дилемма. Потому что, с одной стороны, хорошо, они узнают друг о друге много интересного, что им потом помогает. Но бывают и такие родители, мы их пытаемся перевоспитывать, которые знают за своего ребенка уже все ответы. И сразу говорят: скажи то, ну ты помнишь? И вот тогда мы их рассаживаем как можно дальше друг от друга. Да. Вот. К сожалению, действительно, мы так навязываем своим детям именно свое мнение и не даем возможность открыться их потенциалу. Знаете, у нас есть еще занятия, тренинги, именно отдельно для родителей. Называется «Пространство вдохновения». Мы говорим о том, как можно ребенка воспитывать без насилия, не заставляя, а вдохновляя и получая от него вдохновение. От ребенка? От ребенка. Такое возможно? Конечно, конечно. Вот. И одна тема у нас – как говорить, чтобы дети нас слышали. Я в продолжение вашего высказывания о том, что мы знаем всем все ответы. И мы попросили родителей подумать о том, а слушаем ли мы детей. Или мы действительно знаем все ответы. И когда ребенок приходит и говорит, там, меня обидели, мне поставили двойку, мы сразу ему говорим, потому что это то-то, делай так. Потому что ты не слушал, ты не делал. Да, или не обращай внимания, это ерунда. Вот. Или вообще мне некогда, завтра приди. Да, как вообще научиться слушать ребенка? Да? Вот об этом говорим. Как относиться к победам и поражениям? Потому что невозможно что-то дать ребенку, если не будут это поддерживать родители. Если мы говорим о ценностях, о нравственных ценностях, вот я сталкиваюсь с тем, что дети характеризуют персонажа или кого-то из людей, что он добрый. Да. Я думаю, а как же? Есть решительность, есть мужество. Я не знаю, кроме доброго. А где они могут услышать вот эти слова, да, если это не произносится в семье? Где они могут увидеть, как это выглядит на практике? А давайте у наших детей спросим. Девочки, вот какие хорошие качества вы знаете? Хорошие качества? Да, вот доброта. А еще какие хорошие качества, Маша? Ну вот никогда не говорить правду. Честность. Маша? Не врать. Это вот, да, это честность. Честность. Да. Какие еще качества хорошие вы знаете? Характера, да? За что вы уважаете других? За честность. За честность. Сегодня у нас некоторые могут заступиться даже за кого-то. Как это называется? Какими словами можно? Отвага. Отвага, мужество, да? Решительность. То есть вот взаимопомощь, да? Помогать друг другу, да? Взаимопомощь. Еще какие качества знаем? Аделина. Любовь. Любовь, конечно, да? Как вот, если я не люблю других, как же мне тогда других помнить? А если я кого-то люблю, я о нем что? Забочусь. Забота. Да? Маша какое-то вспомнила качество. Скажите, а вот мама какие качества имеет? Забота. Любовь. Доброта. Мягкость, да? Прощение. Есть такое внимание. Качество? Внимание. Мама прощает вас часто? Да. Всегда, да? А у кого у мамы есть строгость? У кого из ваших мам? Например, я
я получила, вот, например, вот тройку, мама просто скажет, ну, подумаешь. Подумай. Ну, как исправить. Как исправить. Да, подумай, как исправить. Но она не ругает тебя. Да, не ругает. Но она вдохновляет тебя, что ты училась лучше. Да, на пятерке. Да. Ну, согласитесь, строгость тоже нужна иногда, да? У всех есть у мамы строгость. Да? Да. Вот такая тема у нас, кстати, для родителей тоже есть. Равновесие любви и дисциплины. Иначе сядут на шею. Иначе сядут на шею. Нет, не то, что на шею, а им самим это важно. То есть, если ребенок вырос, не понимая, что есть какие-то законы, есть какая-то ответственность, но там тоже нет ничего хорошего. Я смотрю, у вас какие-то бумажки лежат. Да, да. Я вот хотела... Мы говорили о том, что родители часто сами не могут охарактеризовать эти ценности, да, потому что, может быть, тоже нас не особо этому учили. И если вот родителя спросить, что такое уважение, они все сразу отвечали. А вот хотите послушать, а как дети думают, что такое уважение? Давайте сначала наших детей спрошу. Давайте. Абегина, что такое уважение? Когда человек вежливо обращается к другому, не говорит плохих слов. Так. Хорошо, Настя. Хорошо поступает. Здорово, отлично. Настя. Что такое уважение, как ты думаешь? Уважение, вот, один человек уважит другого, вот, поможет. Поможет ему, да? Да, в проблеме какой-то. Обидит его. Нет, не обидит, да. Ирина, как ты думаешь? Уважение. В принципе, ты все сказали. Ну, я твое мнение спрашиваю. Можно, знаешь, 150 ответов дать. Твой ответ. Уважать. Ну, там, уступать им во всем, ну, там, старшим, уступать старшим. Уступать? Да. И даже если они не правы? Нет. Ну, если они не правы, то как бы надо свое мнение. Уважительно сказать, да? Да. Хорошо, Маша. Я думаю, что это как-то... Уважать. Что значит уважать? Когда вы чувствуете, вот, что вас уважают, да? Ну, такое чувство. Это выглядело. Ну, хорошо. Грета знает, что сказать? Уважать. Уважать. Мама уважает тебя? Да. А что значит, мама меня уважает? Любит. Это любит. А еще? Она, наверное, поддерживает меня в каких-то моих начинаниях. Уважает мою точку зрения, да? То есть как-то прислушивается. Вот трехлетний ребенок сказал, мама меня уважает, потому что она меня кормит. Ну вот, что думают дети? Я думаю, родителям, может быть, тоже полезно это услышать, да? Потому что дети так воспринимают уважение. Ну вот, как правильно девочки сказали, помогать друг другу, внимательно слушать, принимать с таким, какой есть, не видеть колючек. Колючек? Колючек. Вежливо общаться, ценить старания, быть благодарным. Да. Не обращать внимания на плохие качества, а наоборот, видеть самое главное и хорошее. Продвинутые дети. Говорить хорошие слова. Спасибо, пожалуйста, спокойной ночи, доброе утро. Ты супер. Спасибо, мамочка, все было очень вкусно, кроме брокколи. Ну вот искренность, да, главное это искренность. Напоминать о хорошем. Да, очень. Я думаю, что действительно, вы правы, можно еще 150 ответов дать. Давайте понаблюдаем за собой в своей жизни, да, и за другими, и подумаем, а что же такое действительно уважение? Не только уступать место старшим, а какое-то очень глубокое, интересное понятие. А родители что сказали, когда говорили об уважении? Об уважении мы поговорим в январе. Хорошо. Мы решили следующий год посвятить теме, как научить ребенка чему-то, как научить ребенка терпению, как научить ребенка уважению, да? Что с ним почитать, что с ним посмотреть, как это показать в каких-то действиях и ситуациях. Так что я думаю, что с января на сайте что-то это обязательно появится. Кто только что к нам подключился и смотрит нас, я напоминаю, что вы смотрите программу «Земля Экодом» в
студии Арбат ТВ. И сегодня с нами в гостях Виктория Державина. Это педагог по нравственному воспитанию детей, автор проекта «Звездный дождь». И вы можете назвать, как попасть к вам на страничку «Звездного дождя». Да, это www.rainofstars.ru. rainofstars.ru. Пожалуйста, подключайтесь, и вы тоже будете в проекте «Звездный дождь». Так, и что у вас там, девочки? Я думаю, что девочки готовы. Готовы? Да. Настя? Да, готова. Ну, давайте готовы. Показывать будем, что у нас получилось. Можно показать свою звезду, да? А что с ней пишет СТ? Так, итак, мы показываем у нас проект «Звездный дождь». Можно камеру нам показать поближе. И наши рисунки. Настя, можно ваш рисунок? Угу. Расскажи немного, как называется твоя звезда? Сюда показывайте рисунок. Итак, держите. Угу. Давай. Говори, Настя, как называется твоя звезда? Угу. Звезда удачи. Приносит удачу каждому человеку. Всякая печаль вот идет из души у человека, а эта комета прилетает и делает человеку счастье, как бы. Счастливым. Да, счастливым. Я показываю, что у нас. Хорошо. А как ты можешь быть с такой звездой удачи? Передавлю. Мы уже говорили кому-то сказать слова поддержки, да? А еще как счастье подарить. Так, кто готов еще свою звезду показать? Я вижу, готова у нас звезда честности. Это Ирина. Так, Ирина, показывайте свою звезду. Так, так. Сейчас. Так, вот. Да, честность, она как бы, когда кто-то начинает врать, она сразу прилетает. И сначала так... Говори, смотри на меня. Строгим голосом говорит, то, что перестань врать, говори только правду, тебе будет лучше. Вот. И человек начинает его слушать. И все время начинает говорить правду? Да. И боится, вдруг звезда опять прилетит. И строгим голосом. А ему становится лучше после того, как он правду сказал? Его, если он маме хотел соврать, то его мама не будет ругать. За правду. Грета? Я еще. Так, Маша готова? Ну тогда Аделина готова. Показывайте свои средства. Последние штрихи потом давай. Сделаете. Угу. Потом еще покажем. Давай. Так, давайте мы покажем, а Аделина расскажет. Моя звезда красоты. Она дарит красоту нашей земле. Это там земля нарисована, да? Да. Вот она как бы пролетает вокруг земли. И на земле становится красивее. Распускаются цветы. Еще какая красота на земле бывает? А цветы живые? Да. Это кто? Люди? Или просто цветочки? Ну, люди, животные. Они становятся... Собаки перестают лаять. На характер, да, становится красивым. Меняется. Да. Так, вы рассказываете свою звезду. Грета? Уже все, давай. Ух ты, последняя звездочка, последний штрих. Ну, рассказывай тогда нам, Грета, что это значит. Это тоже такая звезда с хвостом, с большим. Рассказывай, Грета. Моя звезда доброты, она приносит удачу, доброту людям. Я вижу здесь земля в левом нижнем углу. Можно какую-то историю рассказать, как она прилетела? А как ты можешь такой быть звездой доброй? Были у тебя какие-то ситуации, когда ты кому-то добро принесла? Когда человек не хочет, звезда прилетает, помогает. Когда человек не хочет чего? Делиться с кем-нибудь, давать, ну, общаться. Ну, она приходит и... Громче говори, говорит, не слышно. Она приходит, эта звезда, помогает, когда кто-то не хочет делиться, помогать друг другу. Вдохновляет. Хорошо.
Здорово. А у тебя получается других вдохновлять, чтобы они делились, дружили? Грета, а что значит вот этот такой большой хвост золотой? Что это такое? Это его свет такой. То есть, когда ты появляешься или твоя звезда появляется, то она за тобой оставляет очень хороший след. И очень тогда удобно по нему идти, светло, да? Да. Здорово. То есть эти звездочки уже знают, куда им дальше двигаться, да? А почему она вот сюда летит? Помочь людям. Помочь людям, да, здорово. Да, это такое, наверное, призвание, помогать людям. Ну что? Что-то там какие-то букашки или кто это? А, это солнышко. Так, ну что, Маша, показывай нашу звезду. Рассказывай. Ангел любви. Звезда называется Ангел любви. Да. У тебя спичку? Рассказывай, Маша. Скажи, что это значит? Важна любовь. Зачем она нужна? Может, без нее хорошо на земле? Нет. А почему нет? Маша, наверное, знает, Маша сама нарисовала. А почему она ангел называется? Ты, наверное, любишь ангелов. Ну, потому что ангелы всегда дают всем радость, помогают. Дарят любовь. Дарят любовь, бывают вместе. Наверное, потому и помогают, что любят, да, все души. А ты любящая звезда? Ты любишь родителей, друзей, да? Маша, скажи, вот есть мячик рядом, что он значит? Мячик, если... Так, ангел ударит мячик, всем добро будет давать. То есть это у него как ножки, и он так мячик всем отправляет. И здесь, смотрите, здесь у ангела пояс, да? Это ангел любви. Потом здесь центр грудка – это уважение. Правая рука – это добро, а левое – счастье. Здорово. То есть такая прям звезда. А здесь у нас the best. Такая звезда, да, такая она, the best, лучшая. Честная, самая честная, тоже с поясом. Друг у друга, наверное, списали. Нет? Ну хорошо. Я первая нарисовала. Молодец. Так, Настя, держи. Вы придумали, да, свою уже историю? Нет? Нет, еще пока. Нет? Ну придумайте пока, мы еще поговорим немножко. Как бы трудно придумать. Нет, ничего трудного нет. Жила-была звезда удачи. И однажды... Сказка, да? Да, конечно. И однажды что случилось? И однажды она упала на землю. И что произошло? Настя, что случилось, когда она упала на землю? Вот Маша что-то хочет продолжить. Да, Маша, что случилось? Вот жила была на свете одна звезда. Ой, то есть, ну, в земле было всегда зло. Да. Все не любили друг друга, не уважали. Как пришла ангел любви и начала всех учить, чтобы были они все добрыми. Любили добро, любили счастье, уважали друг друга. И тогда на свете все началось становиться лучше и лучше. Все начали друг друга любить и уважать. Помогайте. Хорошо. Кто еще готов рассказать свою сказку, историю? Готовы, Ирина? Давайте. Давайте. Сначала был большой метеорит. Он летел в сторону Земли, но не долетел, потому что он сгорел. И остался от него только маленький кусочек. Превратился этот кусочек в звезду честности. И когда он загорелся в виде звезды, вот на Земле увидели то, что новая звезда появилась. Они так на нее смотрели внимательно, и как будто она им говорила то, что всем надо говорить правду. Угу. Все начали говорить правду. А когда все говорят правду и все честные, тогда какие взаимоотношения? Они что-то новое узнают о себе. Они вообще люди уже не боятся, да? Не боятся. Перестают бояться. Не боятся против рук. Хорошо, молодцы. Так, что дальше у нас, что мы еще хотели чем поделиться? Вот это вот что у вас за сердечки такие? Это за сердечки. Угу. Это как раз кусочек проекта «Королей и капитаны». Угу. Капитаны – это те, кто отправляется в путь
и делают какие-то открытия. Делают какие-то открытия. Короли – это те, кто этими сокровищами распоряжаются в своей жизни, как хотят. И мы были и теми, и другими. Мы делали открытия, а потом распоряжались ими в жизни. И вот это как раз некоторые открытия, которые мы потом, после занятия, каждый погрузил на свой корабль. Я имею с моей мамой много общего. Мы почти один. Здорово. Я узнала, что я трудолюбивая, добрая, теплая душа, гостеприимная, смелая, решительная, воинственная. Родители вручали детям грамоты, какие дети хорошие. Это вот последствия. Я узнала, что я самая лучшая дочка на свете, честная, добрая, терпеливая, люблю помогать и поддерживать свою семью и друзей. Это после того, как мама грамоту написала? Да. Понимаете, это открытие, да, открытие, которое ребенок сделал там в 10 или в 11 лет. Но он это открытие мог бы сделать, согласитесь, намного раньше. Есть и несколько грустные открытия. Да? Вот это лепесток от занятия о любви. Семейные ценности, любовь. Святая нить любви к добру укажет путь. Строчка из песни. И вот здесь как раз ребенок пишет: если бы папа был не таким серьезным, я бы понял, что он меня любит. Да. На самом деле я знаю этого папу, он очень любящий, очень заботливый, но он, видимо, вот старается быть, да, серьезным, чтобы, очень, чтобы был порядок, чтобы вот у детей все было. Да? И немножко не хватает, может быть, как раз легкости, да, юмора, совместных каких-то веселых мероприятий домашних. Вот. Ну, иногда через грустное открытие нам тоже нужно проходить, потому что мы хотим, чтобы не только дети стали лучше, мы сами стали лучше. Виктория, я знаю, что вы с собой принесли тесты для детей. Может быть, мы сейчас предложим нашим ученицам 55-й школы, 5 и 6 класса, пройти тест. Девочки, вы готовы? Да. Готовы? Все готовы? Да. Отлично. Вопросы написаны, но я их тоже буду для вас зачитывать. Постарайтесь не ломать голову, не думать, да, слишком много и глубоко. Все, что приходит первое к вам, да, пишите. Это для вас, я не буду просить вас как бы первую колоночку засчитывать. То есть, если вы не помните, там, как называется эта музыка, например, для себя, чтобы главное вы понимали. Хорошо? Берите тогда фломастер какой-нибудь. Карандаш, можно? Можно карандаш. Можно карандаш. Главное, чтобы чем это было вам писать. Вот сейчас вспомните человека, который произвел на вас в жизни большое впечатление. Он вам понравился, был каким-то очень важным, может быть, что-то изменилось. Это мог быть близкий, родной, может быть, какой-то знакомый человек, или вы видели его однажды. А может быть, это сказочный герой какой-то? Нет? Или не человек? Да. Напишите, кто он. Можно там про подругу? Да, да. Вы напишите пока просто, кто он. Хорошо? Что хотите, вот сюда. Да? То есть его имя, да, или кто он для вас? Человек, который на вас как-то подействовал, важен для вас. Вдохновил. Понравился. А вы найдете все это? Конечно. Конечно. Хорошо. А теперь в следующей колонке, да, напротив, в той же первой строчке, напишите, а какие черты характера, какие его качества вам особенно в нем понравились, да, и как-то повлияли на вашу жизнь. Можно несколько написать, да, чем больше, тем лучше. Человек. Угу. Вспомнил свои.
Сейчас до этого дойдем. Так, следующий, да, вопрос? Написали? Ну, вы даже не думайте, вы быстрее пишите, да, потому конечно. Что это тест. Угу. Здесь нужно... А теперь вспомните свою любимую песню или музыку. Ну, что пришло вам в голову первое? Что вам нравится слушать? Помните как-то, первая строчка или просто значок, чтобы вы поняли, о чем идет речь. А можно, например, группу? Можно, можно, конечно. Немецкая можно. Все можно, это для вас. Готовы? А теперь в той же второй строчке напишите, а какие чувства вызывают у вас слова этой песни или мелодия? Когда вы ее слушаете, что вы чувствуете? Почему она вам нравится? Почему она ваша любимая? Какое у вас настроение, когда вы слушаете? Может быть, несколько чувств переплетаются, да? Какое у вас настроение в этот момент, когда звучит эта музыка или слова? Готовы? Ну, тогда идем дальше. Следующий вопрос. Вспомните своего любимого героя из книги или фильма. Но я знаю, что сейчас молодежь не очень много книг читает. Можно из фильма? А, скажите, а вот это... можно какой-нибудь такой мультик, знаете, иностранный? Конечно, например, конечно. Тольятки, да. Конечно, конечно. Любимые герои. Любимые герои, которые вам нравятся. Когда его показывают, вы сразу все бросаете и бежите. Говорите, вот. Он опять здесь. Да, и вам хорошо. Это был один мультик. Ну, не важно, не важно. Пишите, вы для себя пишите, да? Чтобы вам было понятно, кто он, откуда, из какого мультика или фильма, книжки. Вот мне этот персонаж нравится, это мой герой. Готовы? Нет, я даже знаю, что Ирина написала. Ну, молчите, это секрет. И подумайте. А чем он, собственно говоря, вас привлекает? Чем он вам нравится? Какой у него характер? Вот какой он? Он добрый. Это про героя, да? Про героя. Пишите. Добрый. Да? Добрый. Хорошо. Хорошо, отлично. Угу. Но он волшебный, он что-то еще, наверное, такое делает, да? Угу. Характер обычно одним словом редко исчерпывается, да? Вот какие-то... Еще черты. Угу. Готовы, я вижу, да? Все. Отлично, молодцы. И последнее. Представьте свою любимую картину природы. Какой-то пейзаж. Куда бы вам хотелось отправиться? На берег океана, на солнечную полянку в лесу? Или на вершину горы, где снег лежит? Или на дачу. Ну, кондитерскую фабрику. Или можно вот... На кондитерскую фабрику. Или можно вот в какую-нибудь вот страну... Да, можно. Да? Напишите, да? На банановый остров. Где много диких обезьян. Практический рай, да. Напишите это место. Пишите, пишите, быстрее. Давайте. Так, и мы сейчас уже ответы у вас возьмем. И когда вы оказываетесь там, физически или мысленно, то какое у вас настроение? Почему вам нравится там бывать? Что вы чувствуете? Почему там здорово? Ну почему там здорово? Что вы чувствуете в этот момент, когда вот вы представляете, что вы там находитесь? Почему там классно? Что там такого? Почему мне хочется туда попасть? Там никто не ругает, там много бананов, можно прыгать, можно там, не знаю,
отдыхать. Как у вас настроение, когда вы там? Какие чувства? Одно дело, да, вы сидите в какой-то загадочной пещере. Другое дело, вы сидите в солнечном саду, да, совсем другое настроение. Да? Какое? На дереве, где вишня растет, и объедаетесь. Ну, я думаю, все готовы. А теперь давайте с вами прочитаем, что у нас получилось в последней колонке. Хорошо? Давай, Маша. Доброта, любовь. Тоже всегда. Да, все. Счастье, веселое, любовь, счастье, добро. Любовь, счастье, добро, веселье. Хорошо. Грета. Доброта, веселая, энергичная, волшебный, загадочный. Весело, отлично. Весело и отлично. Здорово. Так, кто еще готов? Ирина. Храбрость, ум, любовь. Там поднимается настроение. Как там храбрость, ум, любовь? Там поднимается настроение. Он желтый и смешной, добрый, трудолюбивый. Хорошо. Самое сладкое настроение. Самое сладкое. На кондитерской фабрике, конечно, да. Там много сладкого. Ириночка. Аделина. Дружелюбность. Доброта, честность. Когда весело, энергично. Терпеливость. Спокойствие. Спокойствие, отлично. Настя, спасибо. Что получилось у тебя? Сейчас, простите. Добрая, ласковая, нежная, любимая. Любовь, честность, хорошее настроение. Отлично. А теперь я вам открою один секрет. Вот все эти качества, это на самом деле ваши особенности. Потому что в окружающем мире мы в первую очередь замечаем то, что есть в нас. И поэтому вам такое задание будет. Во-первых, вы напишите эти качества рядом со своей звездой. Так, каждое утро, когда просыпаетесь, напоминайте себе, я какая, Маша? Добрая, любящая, да? Счастливая, веселая, энергичная, так, умная. Тут, да? Где можно, да? Да, да, везде прям напишите. Я да? Такая-то, такая-то. И... Я всем поднимаю настроение, вот Ирина, да? Можно я храбрая. Я да. Дружелюбная, я такая. Да, вот да. Пишите прям. Вы согласны? Согласны, что вы такие? Да. Да, Ирина, ты такая? Ты дружелюбная? Ты добрая? Ты еще какая? Хорошая. Честная. Еще какая? Хорошая. Еще. Веселая. Да. Веселая. Еще какая? Энергичная, активная. И если вы нападет уныние, да, напоминайте себе, я спокойная звезда. Нет, вряд ли. Пишите. Я же про себя написала. Каждый пишет про себя. Мы видим в мире только то, что есть внутри нас. Насколько я знаю, правильно? Ну, в первую очередь, да? Во всяком случае, это нам нравится. Повесьте этот листочек над кроватью или над письменным столом, хорошо? И перечитывайте. А со временем, я думаю, там добавятся еще другие особенности, будет много-много-много. Каждый день добавляйте. Вот это ваш свет, да, который вы дарите миру и всем людям, которые рядом с вами. Мы, наверное, тоже сфотографируем себе эти работы и повесим у вас на сайте www.rainofthestars.ru. Rainofthestars.ru. Кто только что включил интернет, мы напоминаем, что вы смотрите программу «Земля. Экодом» в студии Арбат ТВ. И сегодня с вами я, Инна Ким, и Виктория Державина, это педагог нравственного воспитания. А еще сегодня с нами в студии девочки из 55-й школы, которые занимаются в ЦДТ «Матвеевская». Это Анастасия, Аделина, Грета, Маша и Ирина, ученицы 5-6 класса. Замечательно, мы узнали, что у нас такие прекрасные дети сегодня в студии. Они все, насколько я вот услышала, они добрые. Все без исключения назвали это слово. Они очень счастливые, они веселые. Некоторые из них очень умные и честные.
кто-то из них терпеливый и спокойный, есть любящие, есть неутомимые, активные и очень нежные. Я вот услышала от этой девочки, от которой даже вот и не ожидала услышать. Да. Она это тщательно скрывает. И не забывайте проявлять, да, эти особенности по отношению к тем, кто. А может быть, мы сейчас вот обратимся к нашим родителям, сделаем такое обращение. С чем? С чем? Вот не забывайте, уважаемые родители, что вокруг вас живут маленькие звезды. Они не только иногда не складывают свои вещи на место, игрушки на место, ну, иногда им лень учить уроки, но на самом деле они очень нежные, они очень добрые, они бывают спокойные, потому что они хотят этого спокойствия, они очень терпеливые, когда ждут мам с работы и пап, когда хотят к ним обратиться иногда. Это наши замечательные звезды, просто напоминайте, что это очень хорошие, добрые звезды, которых надо очень любить, ценить, уважать. Старайтесь разглядеть в них эти хорошие особенности, да? Вот, а самое главное, скажите им об этом. Ты любящая. Ты очень честная. Ты такая старательная. Такая нежная. Такая решительная. Ты просто молодец. А какая ты храбрая. А еще ты добрая. Да, здорово. И пусть это будет такая домашняя звездная зарядка, да, по утрам. Не только физическая, но такие комплименты друг другу. Да. Девочки, а вы не забывайте своим мамам говорить такие же приветственные слова. Например, Аделин, как ты свою маму охарактеризовала бы как звезду? Она красивая. Вот утром. Ласковая. Мамочка, ты такая ласковая. Мамочка, ты мне такая ласковая звезда. Ты как самая лучшая звезда. Ты самая красивая звезда. Настя, а ты что скажешь своей маме утром? Когда скажешь ей доброе утро. Доброе. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, моя добрая звездочка. Какая она у тебя еще звездочка, твоя мама? Ласковая и нежная. Ты моя самая нежная и самая ласковая звездочка. Понимающая. Ты еще понимаешь. Понимающая звездочка, да. Тоже. Грета, а ты как к маме обратишься? Ласковая, добрая, красивая. Красивая. Нежная. Нежная. Самая лучшая. Самая лучшая звезда на свете. Ирина. Ну, у меня мама самая красивая. Трудолюбивая. Ты утром маме придешь и скажешь: доброе утро, трудолюбивая звезда. Неутомимая. Неутомимая звездочка, которая все время находит для меня время, да? Самая добрая звезда. Еще что скажешь, Ирина? Самая ласковая. Самая ласковая. Самая звездочка. Самая умная. Самая умная. Такую умную звездочку воспитала. Еще бы, конечно, надо быть умным. Маша, а ты что своей маме скажешь? Добрая, ласковая. Ты моя добрая, ласковая звездочка. Милая. Милая звезда моя. А еще как? Любимая. Любимая моя. Самая любимая звезда, которая меня делает такой любящей. А самое главное, никогда не сомневайтесь, что дети вас любят. Дорогие родители, потому что когда они отвечают на первый вопрос, они в основном пишут «мама», самый важный человек, да? Mm-hmm. И называют, ну, то, что они про вас вспомнят, все самое хорошее. Да, и даже вот сегодня мы услышали, да, здесь в студии, что сказали девочки, да, с этим. Кто-то вспомнил что-то такое? Все тоже, наверное, написали «мама», да? Тот человек, который повлиял на меня. Да. И всегда, и все говорят, мне мама самая лучшая. Поэтому не сомневайтесь, что ваши дети любят вас больше всех, дорогие мамочки и дорогие папочки. Хотя они сегодня о вас не говорили, но все-таки первое слово, наверное, мама. Что было, да? Да. И я вот хотела узнать у вас, вот здесь вот еще какие-то такие листочки у вас замечательные есть. Ну, это тоже у нас было занятие. Оно называлось «Простота». И дети писали ответ на два вопроса. Первый. Жизнь кажется мне сложной, когда? Да, буквально вот несколько примеров.
когда в школе задают произведение с грустным концом, когда дома за что-то ругаются, когда я получаю плохую оценку в школе, когда я что-то натворил, попал мячиком в стекло или что-то разбил, когда я несчастный, и у меня ничего не получается, и я ничего не могу, и жизнь очень сложная штука, когда я забыл слова на концерте, когда я не знаю, что делать, что говорить, когда трудно другим, когда что-то сложно и непонятно. И, уважаемые телезрители, пусть ваша жизнь никогда не будет трудной. Сегодня с вами была программа «Земля и Кодом» в студии Арбат ТВ. И я вам сообщаю анонс следующей программы. Она состоится в следующий вторник, 16:00. И у нас в гостях будет Татьяна Каргина, директор по развитию проекта «Эковики.ру». Я хотела анонсировать одно событие, которое состоится 10 октября 2010 года. Оно так называется 10-10-10. Это Международный день действий, посвященных экологии, экологических действий. Около 5000 акций, которые пройдут в 200 странах мира. И в этот день будут совершаться конкретные дела. Люди будут сажать деревья, очищать различные места, создавать местные огороды для того, чтобы выращивать овощи. Будут организованы велопробеги, это как про продвижение экологически чистого транспорта. И поэтому, уважаемые друзья, присоединяйтесь к этой акции 10-10-10. Всю информацию вы можете увидеть на сайте ecoviki.ru. И в следующий эфир... В следующий вторник вы встретитесь с Татьяной Каргиной, которая более подробно расскажет вам о том, что будет происходить в Москве и в России. И я вам говорю до свидания, до новых встреч. И хотелось бы вам пожелать всем удачи и подарить вам любовь. Вот я достала такую карточку. Помните, как мы первый раз доставали карточку добрых пожеланий? И давайте миру дарить эту неделю любовь. Сегодня была с вами я, Инна Ким. До свидания, до новых встреч.